Смотри, какой интересный домик стоит. Интересно, кто там внутри? Чтобы открыть домик, нам понадобятся ключи. Давай попробуем открыть двери и выпустить животных. Синий ключик подходит к двери с синим замком. Давай найдем эту дверь. Нет, этот замок зеленого цвета. Правильно. Давай теперь попробуем открыть синюю дверь. Смотри, на ней замок зеленого цвета. Значит, нам нужен зеленый ключик. Давай попробуем открыть. Правильно. Нам осталось открыть последнюю дверь. Она зеленого цвета. Смотри, на ней розовый замок. Давай попробуем открыть ее розовым ключиком. Ура! Все двери домика открыты. Ой, какие интересные животные там живут. Смотри, в крыше домика отверстия. В них можно вставлять животных. Для каждого животного нужно найти отверстие такой же формы. Давай попробуем. Свинка. Нет, это сюда не подходит. А если вот сюда? Правильно. Уточка. Курочка. Белочка. Зайчик. Собачка. Ура! Животные снова в домике. Пусть отдыхают, а мы придем к ним в следующий раз. Коллекция развивающих игрушек «Полесье». Пусть ваш малыш познает мир весело. «Полесье. Живи играючи».